Duh. Итак, пацаны, всем привет. Короче, вышло глобальное обновление. Я вот буду сейчас заходить первый раз. Еще ничего не видел, что там добавили. Ну, типа, даже имущество не знаю, какое у меня осталось. Все это на видосе, поэтому, пацаны, ставьте лайки обязательно. Сейчас вводим пароль и заходим, получается. У нас здесь табличка появляется о том, что, типа, глобальное обновление. Это перерождение, там, туда-сюда. Так, у меня зачисляются деньги. Скорее всего, это деньги за дом, который у меня был на Рублевке. Я почему-то еще в больнице появился. Так, хелми юзаем, в принципе, чтобы не ждать врачей. Так, у нас здесь снова больница получается. Да, кстати, за дом мне вернули 30 миллионов всего лишь. Хотя этот дом купил как бы недорого, но вообще на Мазинге, на первом серваке, дома продают на Рублевке Южного за 50 миллионов, за 60 миллионов. А они вернули всего лишь 30 миллионов. Так, давайте посмотрим машины. Так, машины вроде бы все на месте, но они мне недоступны, потому что у меня нету дома. У меня нету дома, нету квартиры, поэтому нужно сейчас что-то думать. Блин, у меня Бугатти почти в самом низу, и скорее всего я не смогу ее взять. Поэтому сейчас, короче, поедем, что-то посмотрим. Бизнесы, по-моему, сейчас нельзя покупать. Давайте, в принципе, даже проверим. Можно ли покупать бизнесы, но вроде бы как нельзя этого делать, это можно будет делать попозже. Данная функция временно доступна, она станет доступна через несколько дней после ГО. То есть бизнесы сейчас покупать нельзя, и дома тоже. Но очень хочется, кстати, дом словить. Так, давайте компанию посмотрим. Бля, денег нету нихуя, на компанию надо положить. Фома тоже, в принципе, на месте, но особняк как бы пропал. Хотя вот написан номер особняка 17. Так, забегаем в банк, надо сейчас бабочков закинуть. Так, 30 миллионов. Ну, блин, надо будет постараться дом словить на Рублевке. Так, я решил, короче, перезайти в особняк семьи. Мне интересно, он у меня вообще есть или нет. Так, вводим еще раз пароль, в принципе, который у меня палится, но я потом замажу. Бля, ебаный пароль. Че он вообще палится? Надо будет в настройках поменять то, чтобы он не показывался. Кстати, защитного пароля, по-моему, тоже нету. Знаете, в чем прикол? Я нажал появиться в особняке, но я появился в ТК. Ну ладно, давайте компанию тоже, в принципе, посмотрим. Но я хотел в особняке появиться. Вот, Кирилл Game Company, видите, пишется надпись вот такая вот. Не, ну это реально прикольно. Как бы я очень даже доволен. Так, короче, пацаночек у меня деньги попросил немножко. Давайте цемню пропишем, возьмем как бы фуру. Кстати, Volvo теперь у нас новая. Давайте ее посмотрим, я ее не видел. Блять, надо на базе дальнобойщика устраиваться на работу дальнобойщика. Вот смотрите даже сами, я нажимаю настройки игры. Особняк семьи у меня здесь выбран. Но почему-то я там не могу заспавниться. Давайте я, наверное, сейчас куплю квартиру, возьмем уже свою машину и посмотрим уже как бы нормально все, потому что пешком бегать как бы такое себе будет. Короче, я зашел в паде в Южном, и здесь квартира стоит 450 тысяч. Я просто в ахуе. Давайте арендуем, короче. Но здесь, я так понял, квартира высокого класса, потому что здесь такой пиздатый интерьер. Я ее потом продам, потому что я хочу коттедж словить. Какой коттедж хочу словить, я вам чуть позже покажу, в принципе. Ну, кстати, интерьер такой пиздатый за 450 тысяч, я вам скажу. Очень даже неплохо. Прям реально, как будто какая-то элитная квартирка такая. Нам, в принципе, пофиг на это все. Я, наверное, даже оплачивать не буду ее. Оплата в час 1125 рублей. Так, давайте посмотрим, сколько она оплачена вообще. Это квартира. Алло, работа, чекпоинт. Так, оплатить квартиру. Так, квартира оплачена 0 дней и 4 часа. Ну, блин, 4 часа, в принципе, мне хватит, я думаю. Поэтому я ее оплачивать не буду. А, блядь, я не смогу забрать другие машины, да? Я даже гелик не могу взять. Я хотел вообще на Бугатти покататься, но я не могу ни Бугатти взять, ни гелик, нихуя, короче. Все, Мурку я вроде бы забрал. Сейчас возьмем, покатаемся, посмотрим, что вообще здесь есть. А хули она такого цвета дебильного? Я не понял, Алена. Хули она фиолетовая, блядь? Так, ладно, открываем, короче, машину, надо будет ее перекрасить. Хотите прикол, пацаны? У нее максималка 142 километра, она вообще не едет. Она вообще, блядь, не едет. Что они с бэхой, блядь, мои сделали? Она вообще, блядь, ехать отказывается. 142 максималка, вы что, гоните? И чип непонятно есть, либо нету. Короче, полный пиздец. Я просто в шоке. Она вообще не едет. Так, пацаны, вот я заехал на Рублевку, и я хочу себе дом за 30 миллионов который. Я хочу себе словить вот этот дом. Вот именно его хочу словить. Вот именно этот дом я хочу словить себе. Не знаю почему, ну блин, он 30 лямов как бы стоит. И мне как бы за дом тоже 30 лямов вернули, то есть если я его куплю, это будет реально по кайфу.
Он стоит 30 миллионов. Здесь еще есть другие дома, которые там 10 миллионов, 15 миллионов. Кстати, вот это тоже такой же самый, его тоже можно будет пробовать словить. Он, по-моему, тоже 30 лямов, да, стоит? Ну, короче, я хочу дом именно за 30 миллионов большой. Как бы тот маленький я не хочу покупать. Он, по-моему, 10 миллионов стоит. Ну, как бы, они тоже прикольные, но я хочу именно самый большой дом себе купить. Ну, короче, я хочу словить именно пиздатый дом. Прям пиздатый дом большой. Вот именно вот такой вот хочу словить. Но это уже, скорее всего, будет в следующей серии, пацаны, как я буду ловить его. Кстати, блин, я хотел вот этот особняк купить, но он, видите, занят уже. Либо его кто-то купил, либо это вернули кому-то особняк. Скорее всего, наверное, вернули от Aviana Team. Либо он купил его. Так, пацаны, я уже взял другую машину, потому что Бэха вообще не едет, а GTR хотя бы едет 200. Это на самом деле классно. Даже 208 едет GTR. Ну, хотя по ощущениям, у кого-то едет 170, если честно. Поэтому я лично считаю то, что спидометры не просто накрутили, и все. Как бы машина быстрее не едет. Есть чип или нету, тоже непонятно. Потому что едешь, как бы, ну, и непонятно, есть чип или нету. Как бы в Карпасе чип показывается, что есть. Но походу он не работает, потому что, мне кажется, это на стоке так едет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Сколько госка, блядь? 80 миллионов? Не, подождите, что-то я, блядь, не понимаю, походу. Пацаны, я нашел наконец-то особняк. Вот, короче, у нас тут гелик даже стоит. Так, давайте заходим в гараж. Да, вот у нас машины, в принципе, стоят. Получается, две Ешки, две Ламбы, два Раптора, два Елика и две Бэхи. Так, пацаны, короче, решил заехать в СТО и посмотреть, можно ли вообще машины красить. Так, тюнинг, перекрасить. Давайте, допустим, 230-0. Так, а почему тачка не красится? Что-то вообще машины не хотят краситься. Допустим, вот один. А, ну так красится, в принципе. У меня, по-моему, такой вот винил был, поэтому я такой, в принципе, и оставлю. А диски были тоже белые. Так, давайте покупаем. Так, покрасочные работы, по-моему, не изменились, если я не ошибаюсь. Ну да, по-моему... Да, какие были, такие остались. Так, дополнительно чип-тюнинг, в принципе, у нас, по-моему, стоит. Аудиосистема, пацаны, стоит 25 миллионов на любую машину. Это просто пиздец. Так, я еще хотел диски посмотреть. Так, можно диски посмотреть? Ебать, новые диски добавили, кстати. Вот эти неплохие. Надо будет у все тачки новые диски поставить. Много новых дисков, и они реально пиздатые. Они реально пиздатые все. Вот такие, кстати, можно поставить, но они мне не нравятся. Так, вот такие вот еще диски есть. Воссоны есть. Дайте, у меня стоят диски. Еще одни воссоны. Вот такие вот диски есть, и вот такие. Но мне, честно, вот эти диски понравились. Давайте, в принципе, их купим. 70 тысяч они стоят. Ну, в принципе, все, больше ничего покупать не буду. Итак, пацаны, какой можно, в принципе, сделать вывод? Я уже поиграл несколько часов, все посмотрел, все изучил и сделал для себя выводы. Мне его, в принципе, очень даже понравилось, но есть недоработки, как бы. Первая недоработка — это то, что нельзя в особняке спавниться. Вторая недоработка — это то, что нельзя машины Фому покупать. Также мне еще не нравится настройка машин, потому что, как бы, у меня есть BMW 5F90, и она едет очень медленно. Мало того, что она разгоняется медленно, так и максималка у нее 142. Также Ешка. Я на Ешке катался, в принципе, но она настроена тоже очень плохо. Ее как-то сильно в бок тянет. Она как вроде бы и полноприводная, но почему-то работает сильнее передний привод. Я не знаю, почему так, но машины очень плохо настроены, и это меня очень бесит. Короче, недоработок на самом деле много. Я пока что еще не словил ни дом, ни бизнес там и так далее. Хотя бизнес я не могу словить, потому что у меня как бы есть транспортная компания. Но дом я хочу очень словить на Рублевке Южного, как, в принципе, вы это поняли. В следующей серии вы увидите, как я словил новый особняк. Да, пацаны, я все-таки продал особняк Бусаева и словил уже себе новый особняк. Очень классный, очень крутой и очень дорогой. Поэтому, скорее всего, вы это увидите уже в следующей серии. И также сегодня вечером я постараюсь словить себе дом, то есть коттедж, постараюсь словить в Южном. И надеюсь, у меня все это получится. А обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Всем пока-пока!